Товарищеский турнир по быстрым шахматам провели в Химках. В нем приняли участие больше полусотни человек, в их числе ветераны Вооруженных сил России и сотрудники МЧС. Состязание получилось международным. Сыграть в шахматы в Химки приехали даже офицеры Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям из Монголии. Турнир приурочили к наступающему празднику – Дню Победы. Всех участников шахматного поединка наградили грамотами и специальными призами.